В Анапе нашли двух пропавших подростков. Их жизни ничто не угрожает. Напомним, в Анапе в разные дни пропали 11-летний мальчик и 15-летняя девочка. Их разыскивали несколько дней. Обоих школьников нашли 25 сентября на улицах города, но по отдельности. Сейчас жизни подростков ничто не угрожает. Школьников передали их официальным представителям, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Краснодарскому краю. Точные обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.